dvhub.ru. Считаете ли вы, что СКА действительно самая слабая команда в Премьер-лиге? Для чего этот вопрос задаете? Чтобы для констатации, таблицу, если она показывает, то не совершенно она на последнем месте. Его главному тренеру команды. СКА Хабаровск, новому нашему главному тренеру. Слово. Перед ним Сергею Александровичу. Пожалуйста, Сергей Александрович, поделитесь своими впечатлениями о сегодняшнем матче и ответьте на вопрос. Пожалуйста. Ну, в принципе, начали первый тайм неплохо, да, немножко ребята волновались, значит, практически не давали создавать моментов своих ворот. Опасно контратаковали, в принципе, план на игру они пытались первым таймом выполнять. Вот такая какая-то неразбериха на последней минуте, да, наверное, перевернула ход матча, плюс еще, наверное, втором тайме удаление. Ну, возникло такое ощущение, что вы не очень были довольны решениями арбитров иногда. Ну, всегда же, когда на эмоции. Любой тренер свою команду защищает, и я как бы не исключение, тоже мне все не казалось неправильно с их стороны. Ну, Вадим Валентинович на той стороне тоже себя сыграл так же. Вы там получили. Соответственно, то же самое. Появление на поле Максима Казанкова после долгого перерыва обострило игру заметно. Что вы скажете? По-вашему? Я еще раз говорю, он вышел хорошо, и это было у него задание в оборону попускаться и между линиями залазить. И видели, он создал себе момент голевой, значит, попал в штангу. На данном этапе он вышел неплохо. То есть можно надеяться, что мы его... Да, набирает форму, он уже после травмы. Надеюсь, что он еще хлопнет дверь. Но желание у игроков сегодня было заметно. Это люди, которые засиделись на лавке, а вы знаете, о ком идет речь, они сегодня очень рьяно себя пытались проявить. Ну, это же хорошо. Разумеется, хорошо. dvhub.ru